Короче, дирижер из Италии приехал впервые и, как сам признался, уже успел влюбиться в город. Франческо Ла Векья в столице Италии руководит Римским симфоническим оркестром. С нашей страной, российской публикой, он уже знаком, бывал с творческими проектами в Москве и Санкт-Петербурге. Проект «Viva Italia» – это проект сотрудничества Сочинского и Римского симфонических оркестров. Он создавался для того, чтобы российские слушатели узнали о культуре Италии, о стране, об итальянской музыке. А работать с сочинскими музыкантами – одно удовольствие. Они играют с большим желанием. Я уверен, все пройдет хорошо, несмотря на то, что программа концерта очень сложная. Под руководством Франческо Ла Векья Сочинский оркестр сыграет итальянскую симфонию Мендельсона, концерт для скрипки с оркестром Брамса и увертюру к опере «Сивильский цирюльник» Россини. Также в рамках концерта «Viva Italia» выступит скрипачка из Германии Евгения Граур. Концерт пройдет 6 декабря в 19 часов в Зимнем театре.